Всем привет! В эфире Белгород University City, проект, в котором мы рассказываем о Белгороде как о городе, комфортном для жизни, получения образования и, конечно же, креативного современного отдыха. Первый выпуск мы начинаем в стенах самого первого университета, который был создан в городе Белгород, а именно в Белгородском государственном университете. Данный проект призван объединять студентов со всего мира, поэтому мы сейчас находимся в центре дружбы народов Белгородского государственного университета. Практически в каждой детали чувствуется, что иностранным студентам здесь достаточно комфортно. Они общаются, решают актуальные вопросы, отдыхают, приносят сюда подарки. Одним словом, активно проводят свое время. Можно поиграть в тематические игры, например, краеведческое лото «Моя Белгородчина». Можно собрать пазлы. И если даже удалось устать от отдыха, то, конечно же, взять подушку и хорошенечко отдохнуть. Безусловно, особенно приятно, что такие коммуникации в Центре дружбы народов приводят к потрясающим результатам. Дом народов России организовывает международный конкурс «Русский язык без границ», и студенты НИУ БелГУ в нем уже неоднократно становятся победителями и лауреатами. Первое место, второе место, третье место – все награды собраны. Это и есть действительно показатель классного результата и отличных перспектив в дальнейшем. Международный информационный центр НИУ БелГУ круглосуточно информирует иностранных граждан по вопросам обучения, проживания в городе Белгороде. Мы являемся единственным мультиязычным сервисом в городе Белгороде, консультируем на 6 иностранных языках и продвигаем НИУ БелГУ и город Белгород в международном информационном пространстве. А вот, например, в рамках развития российско-китайских отношений в НИУ БелГУ есть целый центр китайской культуры, где студенты собираются, общаются, обмениваются опытом и действительно проводят с пользой время. Одним из преподавателей в данном центре является Минвэй. Да. И хотелось бы как раз спросить, что больше всего нравится здесь китайским студентам? Им больше нравится здесь уютная атмосфера и хороший преподаватель. 欢迎中国学生来我们学校学习。 Кстати, не меньшее внимание уделяется и студентам арабского мира, поэтому прямо сейчас мы в центре арабского языка и культуры. Здравствуйте! Мархаба! Ахлан вас ахлан! НИУ БелГУ дает замечательные возможности для всех студентов, россиян и иностранцев, в том числе, конечно, для студентов из стран арабского мира, для самореализации в различных сферах – в науке, в учебе, в образовании, в спорте, в творчестве. Приезжайте к нам на учебу, и вы убедитесь в этом сами. В центре арабской культуры есть вот такая вот настоящая лампа Аладдина. Есть легенда, что если ее потереть, все будет исполняться. Любое желание абсолютно. Поэтому просите побольше, все получится. В один щелчок из Центра дружбы народов мы, собственно говоря, переместились в Центр межкультурной коммуникации. И та атмосфера, которая царит здесь, достойна, чтобы ее ощутить лично. Здесь студенты из разных стран общаются между собой, решают важные вопросы, ну и самое главное, успевают душевно отдохнуть. На этой стене лишь малая часть тех памятных моментов, которые объединяют студентов в рамках данного центра. Абсолютно на любой творческий вкус и на любой творческий запрос здесь есть решение. Более 200 мероприятий в год проходит в рамках этой территории. Стоит обратить внимание, что это действительно много, и можно сказать, что студентам реально некогда скучать. Иноязычное образование, поликультурное взаимодействие, любые творческие проявления всеми студентами, иностранцами и не только, на этой площадке, можно сказать, реализуются практически ежедневно. Разбираться в культурах различных стран, безусловно, помогает литература. В целом, возможности для того, чтобы знакомиться, общаться, делиться опытом и мнениями, здесь предостаточно. Стоит отметить, что на территории Центра межкультурной коммуникации действует студенческий совет иностранных землячеств. Его миссия – укрепление дружбы народов и развитие взаимодействия между представителями различных стран. Все это Белгород University City. Добро пожаловать! Oh,
Университет является классическим и на текущий момент обучает практически всем специальностям, которые сейчас востребованы в мире. География студентов, которые в данное время обучаются в НИУ БелГУ, насчитывает более 80 стран мира. Безусловно, университет уделяет огромнейшее внимание не только образованию, но спорту и культуре. Принято говорить, что талантливый человек талантлив во всем. Вот именно здесь, в молодежном культурном центре НИУ БелГУ, действительно целая кладезь талантов. Можно обратить внимание, что людей, занимающихся творчеством и культурными направлениями, не меньше, чем людей, которые любят спорт. Поэтому важно себя находить абсолютно во всем. Люди, которые учатся в НИУ БелГУ, находят, умеют, практикуют. Белгородская земля вырастила огромное количество великих спортсменов и в том числе олимпийских чемпионов. Прямо сейчас мы находимся в большом спортивном комплексе Светланы Хоркиной, которая, в свою очередь, является олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике. То количество залов и видов спорта, которое здесь доступно студентам, действительно впечатляет. Я думаю, что стоит попробовать здесь побывать хотя бы один разочек, чтобы полюбить это место и полюбить спортивный образ жизни надолго. Белгород и Белгородская область любит и практикует все масштабное. Даже вот сейчас, находясь здесь, на этой территории огромного университета, в состав которого входит спортивный комплекс, мы понимаем всю мощь и силу, которая таится не только в образовании, но и в целом в подходе к отношению к людям. Поэтому я думаю, что проект Белгород University City для того и был создан, чтобы все, кто приедет сюда и попробует эту атмосферу во всех отношениях на вкус, полюбит ее навсегда. Следите за новостями, за новыми роликами. Белгород University City все только начинается. Ждем вас!